Доброе утро всем. Вот сейчас так тихо, что очень хочется говорить паузами. Утренняя медитация посвящена сегодня вере и доверию. Доверие важнее сейчас рассмотреть. До веры. Что было до веры? Доверие. Как красиво звучит. Сначала было доверие. Потом началась вера. Мы знаем все, кто такие блаженные, те, которые верят и видят неверие вокруг себя. Их неверие не смущает, они несгибаемые в своей вере. Это значит, доверяют Богу и себе. Это внутреннее ощущение доверия жизни Богу и себе является самым важным моим инструментом, который я нашел в собственном сердце. Я пытаюсь это объяснить всем. У нас все есть. Доверия не хватает к себе, к собственной интуиции. Вот тогда мы станем блаженными все, если станем как дети. Помните, что Иисус говорит: не будьте детьми, будьте как дети. Огромная разница. Огромная разница. Как дети, доверяйте. Доверяйте себе и жизни, но не обществу. Нет. Не религиям. Нет. Только собственной интуиции. Вот если кто-то говорит вам, что я знаю, где рай, говорите ему. Нет, это только Отец знает наш Небесный, где рай, который у меня в сердце. Вот так я ответил. Давайте все-таки я расскажу мою любимую притчу об этом. На следующий день, после того, как Бог создал человека, он опечалился. Он подумал, видимо, что Бог подумал, что он человек будет доставать его моментально и не оставит его в покое. Просить будет, постоянно молиться ему. И Бог призвал своих трех ангелов, чтобы поделиться этим сомнением. Он сказал им: ребята, я вчера
создал человека, но мне кажется, я сделал ошибку, но вообще-то поздно уже. Человек сейчас будет доставать меня невероятно. Как и куда мне спрятаться от него? Первый ангел сказал, как на далекой звезде маленькой я тебе покажу такое место, где ты можешь спрятаться от него. Бог сказал, нет, они уже придумали все эти космические корабли, они мне, человек там мне абсолютно быстро найдет. Второй ангел сказал, да, но ты знаешь, есть такое место на дне океана. Там он тебя не найдет никогда. Бог сказал, ну опять. Уже батискафы, подводные лодки, они уже придумали все. Они придумали, они меня найдут и там. Человек меня найдет и там. И третий, видимо, он был евреем. Он сказал, слушай, спрячься у него в сердце. Он там тебя никогда искать не будет. Бог так и сделал. Вот поэтому мы его ищем на небе. Какой мудрый отец спрятался в нашем сердце. Я вас очень люблю.